Сегодня утром губернатор Сергей Морозов встретился с лидером регионального отделения партии ЛДПР Дмитрием Грачевым. Губернатор поздравил команду либерал-демократов с удачным результатом на выборах и прохождением в законодательное собрание, а также предложил тесное сотрудничество с областным правительством. При встрече глава региона подчеркнул, что правительство лоббирует интересы не конкретных партий, а целого региона. Команда, которая сегодня возглавляет губернатор, называется достаточно просто. Не «Единая Россия», тем более, что ее не возглавляет. Не там другая какая-то политическая или общественная организация. Команда называется еще достаточно просто, это Ульяновская область. Принятие законов не может происходить без дискуссий и ожесточенных споров. Лидер ульяновского отделения ЛДПР открыт для взаимодействия с любой политической силой, администрацией, парламентом и правительством. Разношерстная многопартийность заксобрания его не смущает, ведь при принятии законопроекта члены партии должны взаимодействовать между собой и, разумеется, адекватно себя вести. Для принятия бюджета, в том числе, необходимо минимум две политические партии, чтобы поддержали тот или иной законопроект. Наше решение, позиция нашей партии по голосованию, по, значит, позиции, еще раз говорю, это будет основываться только на решении наказов избирателей. Вопрос о создании коалиции задавать пока рано. Все решит первая сессия парламента нового созыва. Первое заседание предварительно пройдет уже на следующей неделе. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.